Настоящий праздник осени состоялся в выходные на Базарной площади. Здесь подвели итоги городского традиционного конкурса садоводов. Почти месяц члены жюри выбирали победителей в 8 номинациях. Например, Надежда Бекшинева вырастила на своем участке тыкву-гиганта. Тыквы поразили всех, наверное, поэтому оранжевый. Что там написано? Оранжевый гигант. У нас очень много молодежи в кооперативе появилось. Приобретают участки очень охотно, потому что действительно климат помягчил, и у нас очень много чего растет. Даже яблони плодоносят очень хорошо. И крыжовника много, смородины, овощи все растут, огурцы, помидоры, тыквы, кабачки, все, что хочешь, все-все растет. Всего в этом году было 24 участника. Люди, зная об этом конкурсе, специально к этому готовятся. Они выращивают какие-то... Вот в этом году у нас были сильно большие арбузы. В этом году был большой урожай яблок. То есть на каждом участке мы пробовали множество сортов. Вкусы наших тобольских, действительно тобольских местных яблок. Разных сортов и наименований. Вот. Люди выращивают дыни, виноград, делают поделки на своих участках. Наши садоводы мало того, что выращивают, ежегодно читают, обучаются. Они ходят в школу садоводов. С этого года совместно с ОНО «Центром садоводства» в городе Тобольске мы договорились, что между Союзом садоводов России и Тобольском будут проводиться мосты «Школа садоводов», где садоводы смогут получить самые важные, да, советы по выращиванию своей продукции. Благодаря администрации Тобольска продукцию можно не только выращивать, но и продавать излишки. Для этого организовали муниципальную ярмарку, где садоводы и огородники свою продукцию могут бесплатно реализовать в специально отведенных для этого местах. Мы же берем в магазине и не понимаем, что мы берем. А здесь свое, выращенное своими руками, ну и экологически чистое. Также на ярмарке можно было посетить бесплатные мастер-классы по прикладному искусству или создать свой букет мечты. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время.